Овощные наборы от губернатора в Ленинске-Кузнецком получат не только одинокие пенсионеры, ветераны и люди с ограниченными возможностями. В числе получателей и те, чей скромный доход не позволяет регулярно покупать овощи в магазине. Овощной набор общим весом 85 килограмм. В него входит 50 килограмм картофеля, 5 килограмм лука и по 10 килограмм свеклы, моркови и капусты. Более 10 лет уже проходит такая акция ежегодно. Ну, в этом году особенно много вот выделили наборов. В прошлом году, конечно, было поменьше. Активное участие в доставке наборов, как и в прошлые годы, будут принимать волонтеры, студенты городских училищ и колледжей, активисты Молодой гвардии и представители партии «Единая Россия». Просьба жителям города Ленинск-Кузнецкого быть особо бдительными, ведь в последнее время встречается множество мошенников. Пользуясь случаем, хочу обратить особое внимание наших граждан пожилого возраста и инвалидов на то, что сейчас ко дню пожилых людей опять появляются мошенники, представляясь работниками социальной защиты населения, социальной службы, и говорят людям, что проводят акцию там по лечению, еще по доставке каких-то продуктовых наборов и прочее. Просьба не верить, и наши социальные работники не имеют права в таких акциях участвовать, и никакие денежные средства с пожилых людей не собирают. Желающие получить губернаторские овощные наборы могут до середины октября обращаться в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и по телефону 3 17 09. Анна Ашуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.